ребят, я наконец-таки в Москве, наконец-таки прилетела, и я оказалась дома. И сегодня, стоп, на минуточку, 14 февраля, вот уже канун, даже не канун, уже наступило 14 февраля, а это время, когда уже пора дарить подарки, дорогие мои друзья. Итак, твой подарочек, давай, все. Онлайн, сейчас посмотрим, что называется. В прямом эфире. Да. Так, это надо распечатать. Да, открываем. Давай, открываем. Так, варварски немножко, да, хотя можно было просто отклеить. Я что-то сделала, там была буква К. Да, которая была из Сваровски, ты ее сломала. Но это твой подарок, поэтому имеешь право ломать. Так, давай. Отстань, я, Ксения, разрушитель немножко. Так. Я уже прям переживаю, как это доставать, чтобы это не сломать. Так. А что это похоже? Я даже не знаю, на что. Ух ты, я знаю, что это может быть, да. Так. Это аромат эксклюзивный, угу. Мой. Совершенно точно. Давай ты на руку хотя бы нанесешь. Так. Вау! Что я тебе... А, как ты мог так быстро меня прочитать? Понять, Магия. Что мне нравится. Не, серьезно, Влад? Обалдеть. Тебе не может не понравиться этот аромат. Мне он нравится. Да, это... Это Ксения. Это... И все, да, это Шапов, это Шаповальчик. Ага, типа того. Ну, конечно, я как маленький разрушитель. Итак, я только-только-только с самолета и первым же рейсом не заехал домой. Сегодня у нас 14 февраля, что я сделала? Купила тебе, та-дам! Моей зайке. Это вкусный пряничек. Какая прелесть. Дальше... То есть я похож на зайку, правильно понимаю? Это намек на то, что у меня уши большие? Это или... намек на то, чтобы жизнь была сладкая. Я зайка. Понял, так, хорошо. А следующий подарок, это прям рассекретит, из какого города я была. Магнитик из Воронежа. Что тут написано? Привет. Привет тебе из Воронежа. Какая прелесть, ты ж моя хорошая, а.